Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Молодой актер Анур Сеид Яран добился большой популярности благодаря сериалу «Мои братья». 26-летний успешный игрок полон решимости использовать любую возможность, чтобы стать лучше. Ожидается, что сериал «Мои братья» завершит второй сезон в июне и возьмет летний перерыв. Анур Сеид Яран, который не предпочтет отдыхать, как многие его коллеги, в течение 2 месяцев, хочет отправиться в Испанию, чтобы ближе познакомиться с культурой этой страны и пройти языковую подготовку. Актриса, поставившая перед собой цель сниматься в испанском кино, знает, что сначала она должна познакомиться с испанской культурой и очень хорошо говорить на этом языке. Актриса, которая проявляет решимость и стремится использовать возможности, которые она находит, для достижения этой цели, уже подготовила свой план на летние месяцы. Четко сформулировав свою цель в своем заявлении, Анур Сеид Яран сказал: «Теперь моя цель – Испания. Я учу испанский. Я хочу играть в Испании. Я хочу быть в испанском кино. Моя работа для этого уже началась», – сказал он. Актриса, которая будет оценивать летние месяцы в Испании, также составила для себя план тренировок. Актриса, которая будет наблюдать за испанцами с их культурой, образом жизни и языком, планирует пройти языковый курс и сделать попытки сниматься в этой стране. Уважаемые подписчики, вы можете поделиться с нами своими мыслями по этому поводу в разделе комментариев. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.